привет! С вами снова Света, и в нашей рубрике «Красивые люди» сегодня Виктор Паскал. Здравствуйте! Ой, привет! Вы не сказали про такую рубрику. Я не красивые люди. Сегодня хочу познакомить вас с прекрасным человеком, вокалистом группы Not an Idol. Привет! Расскажите, что вы делаете в Днепре? Привет! Мы приехали еще вчера вечером, ночью уже, чтобы сегодня сыграть здесь концерт вместе с вами в День Благодарения города. Надеемся быть частью, красивой частью, приятной частью этого праздника сегодня. За что вы благодарите Бога? Да я лично благодарю Бога. Вы знаете, с возрастом, в разный возраст меняются приоритеты и благодарность. Я сейчас на данный момент благодарю Бога за семью, благодарю Бога за здоровых детей. У меня сын маленький, здоровый, такой умничка, и я очень сильно благодарен Богу именно за семью и за здоровых детей. Спасибо. Как музыкант и как видная личность, поделитесь, пожалуйста, каким-то жизненным кредо, которое могло бы быть актуальным для молодежи сегодня. Как видная личность, не знаю, я еще не являюсь, а как музыкантом... В Украине вы очень популярны, мы слушаем и даже поем некоторые ваши песни. Спасибо, спасибо. Очень приятно, конечно, что вы поете такие песни, а не другие, нехорошие. Кредо для меня, не знаю, наверное, является тем, что продвинуло меня и нас как группу до этого этапа. Это работать, еще раз работать, выйти из зоны комфорта, встать с дивана, с телевизора и просто работать. Девиз, наверное, по жизни это стать лучшим для Бога, потому что я думаю, мне кажется, это и нормально, когда Божьи дети это лучшие во всем вообще. Спасибо большое, желаем вашей группе еще больше успеха и следуйте примеру вокалиста группы Not an Idol, не останавливайтесь на достигнутом и работайте над собой.